Олег Георгиевич, как вам сегодняшний матч? Ну, 3 очка взяли, задачу минимум выполнили, так что на ноль, 3 игры на ноль отыграли, ну, более-менее нормально. Говорили вы перед матчем, что Мальта не простой соперник, так и получилось сегодня? Ну, я думаю, что для меня, да, не простой соперник, не знаю, как все казалось со стороны. Да, команда играющая, без давления, ничто на нее не давит, поэтому играют, выходят из обороны через пас и в свою штрафную, то есть как бы и прессинговать эту команду непросто. 7 очков в 3 матчах – это хороший результат? Нет, не хороший. Хороший был бы 9. С какими вот трудностями столкнулись во время этого сбора? Первый сбор для вас, как для главного тренера, был? Самое сложное, что для вас было? Сейчас, честно говоря, не готов еще анализ проводить, что тяжело, что не тяжело. Ну, все было тяжело, так скажем. Ну хорошо, вот травма, череда, вот сегодня состав изменился. Да, ну, это не трудность, это данность. Да, это данность футбола. То есть и ротация из нагрузки, физической нагрузки. Кто-то 2 игры сыграл подряд, кто-то сыграл 2 игры там, через пропускал игру в Кипре. Вот это, ну, это нормальное явление, там, ну и травмы вносят свои коррективы, то есть как бы здесь это не трудности, это ну, нормальное явление для футбола. Последний вопрос, какие слова сказали в раздевалке в заключительные после сбора? Ну, всех поблагодарил, сказал, что задачу минимум мы выполнили, поблагодарил и футболистов, которым тоже было непросто, так как много новшеств, много новых людей, пока со всеми познакомились, понятно, что даже психологически было непросто. И также поблагодарил весь тренерский административный штаб за ту работу, которую сделали на этом сборе. Спасибо большое.